Зачем мы сюда пришли? Холодно. Нам нужна елка. На черта она. Чтобы поставить на Новый год, написать письмо Деду Морозу и получить подарки под елку. Ты что, больной? Веришь во всякую чепуху? Деда Мороза не существует. Да нет, ты не понимаешь. О, кто-то едет. Трактор? Кто не верит в Деда Мороза? Это он сказал. Я верю в него. Тогда я убью вас обоих, если один не сознается. Джим, говори, что это ты. С какой стати? Я верю в деда. Умрите! Нет, стой. Есть другой способ узнать правду. Какой способ? Я знаю все про Новый год. А тот, кто не верит, нет. Задай нам вопросы. Ну хорошо. Тогда викторина. Проигравший погибнет в огне моего орудия. Новогодняя викторина! Нажимайте на кнопки, когда готовы. Итак, первый вопрос. Как называют Деда Мороза на Кипре? Йеллоупуке. Нет, это неправильно. Его называют Василием. Это правильно. 1 балл Джиму. А до скольки баллов играем? До 3. Хи-хи-хи-хи. Вопрос 2. Чем приумножает свою силу Дед Мороз? Стежками детей. Неверно. Да что такое? Он согревает сердца людей, а не замораживает их зимой. Верно. 2-0 в пользу Джима. У него интернет подключен, он же робот, он жулит. Хорошо. Я включу глушитель сигнала и посмотрим. Спасибо. Вот ты гад, Джим. Ты сам нас сюда привел. Хи-хи-хи. Следующий вопрос. Кем Зимушка является Деду Морозу? Я первый. Она ему жена. Я тоже хотел сказать. Но это викторина. Ты не успел. 3-0. 3-0. Проигравший умирает. Кто не верит в Деда Мороза? А черт! О! Долбанные киборги! Ну что, Панзервик, спасибо за помощь. Задолбал этот любитель Нового года. Так бы сейчас тут и ходили по лесу за этой елью. А у меня детали ржавеют. Пусть побегает теперь. Хи-хи-хи-хи. Не за что.